Возьми это письмо! Возьми его! Передай своей девушке. Ты сразу такой патриотизм почувствуешь, сразу на войну захочется. Я сижу в тельняшке в камуфляжных шортах. Я уже заряжу. Все, боец. Ну, скучай. А, здорово, молодой, как жизнь? Подожди. Жду, что подождать. Yay, America, and I'm gonna stomp on your skull. No offense. Hoo-ah. You know what? No offense. No offense, but imagine living in America. Че, будем кидать хаешку? Парни, гол, блядь. Бам, дэмэдж 200. Короче, я не знаю, я с обучения наберу тут, ну, предметов, я надеюсь, мне это... Я когда выйду, они... А что, заберут их? Да. Я попробую все равно. Пойду патрон напишу еще. Наверное, как, кстати, отряд уж называется? Где бара, блядь? Серьезно? Пидорасы. Как искать здесь? Парни, я утонул на помощь. Что, если ты утонул? И утонуть можно? Я утонул! Да! Я от первого лица играть начал. Спал. Я, блядь, я проходил обучение, блядь, и утонул. Пошли. Рефайнери. Оп, блядь, не сбей. Он уезжает. Нет! Я вот на кране хуячу. Блядь, это было жестко. Короче, там на линии фронта есть автобус бронированный, который типа со спауна возит на линию фронта. Uh-huh. Вот. И там он, типа, ну, у него автоответчик стоит, типа, тачка отправляется через 5 минут, там, знаешь, через 5-4-3, там такая музыка, знаешь, как в лифте играет. Uh-huh. Лаунж. Да, да, да. Экшн, блядь, что заправляется здесь. Ебать тут движу. Ебать, что происходит? Это порт, блядь. Во. Ля. А угнать я можно? Кататься, а угнать можно? Вот, слышь, я сделал. Бля, я тону! Где ты? Купаюсь уже. Привет. Да, я сел, можно эту хуйню угнать. Возьми этого долбоёба, тут такая кипит работа, знаешь, это здесь кипит работа, мой лорд. И мы бегаем, блядь, такие. Вон разгрузка. И правая кнопка мыши, трансфер пак. Трансфер стак. О, блядь, 208, сорсюха, блядь. Кому легко? Я, блядь, солдаты шоу, не в грузчике. Это жизнь логиста, блядь. Солдаты шоу, не в грузчике, одно и то же. Нахуй мы грузовик делали? Да грузовик из других материалов делается. Ну а нахуй мы его делали? Чтоб покататься просто? Чтобы нет, не снаряды загружать, снаряды. То есть смотри, один будет везти, вот сюда мы погрузим арту, блядь. И повезем, а, я понял, сюда пушка, на грузовик снаряды, блядь, и еще что-то мы хотим, танк, да? Да. Конвой нахуй целый будет. Дроп мне, сейчас, не спеши, просто подержи, мы сейчас арту будем собирать, я паркану в другое место. Ты нагрузил на меня 170 труб, ебак. На, просто подержи. Может, они помогут сейчас? Нет, просто пока выебываются. Ставим гараж нужен? Да? Нахуй тут наш гараж, мы его заберем. В очередь, суки, надеюсь. Он идет с молотком, смотри, охуевший такой. Походка такая. Сейчас разберемся, блядь. Знаешь, просто докурил как-то, блядь. Ударил свободно, блядь. У меня 160 гаек, скажи, сколько у тебя гаек? Ты конченый, блядь, человек, у меня 500. Нахуя на 500, блядь? Ты скажи мне, конченый человек, блядь. Ты всё, ехал Егор, всё, туда, ладно, когда всё. Он каждую секунду, блядь, по 6 вырабатывает. Ты конченый? Все, Егор, я понял. Блять, собирал 500 гаек, нахуй, не всравшись. Вот, блять, 160. Мы ими стрелять будем из этой пушки, блять, дробь. А вдруг аномалии будут там выбраться? Как мы проверять будем?
Гайки и болты кидать. Давайте сюда подкатывайте быстрее уже. Ну, вообще еще бы ближе, наверное, туда. Может не дотянуться. Я бы наверочку прям на дороге бы поставил где-нибудь. Так, я пошел в кран, давай. Сейчас я спокойно. Ты пакуй. Да, ты запакуешь, я смогу подобрать. О. А, есть. А как? Че, блин? Как хватать? ЛКМ, блин. Не хватает. Я могу крутить налево, направо, а на. Слезь. Туфар. А, туфар надо ближе. Туфар ту интеракт. Ебаный. Крановщик ебучий, блядь. Я сказал, надо ближе, блядь. Давай прям на дороге, говорю. Да поставьте здесь, блядь, нормально, блядь. Охуярил. Съебёшь, блядь. Сейчас. Оп. Еблысь. Подгоняй. Да сейчас. А как повернуть? А по. Нахуй, не надо, она просто... Та-дам! Та-дам! Это прикинь, это какой же гемор ебаный? Так мы ее только погрузили, но мы еще цел... А! Блядь, Арсений! Сбил меня. Так, окей, знаешь. Нам еще патроны к ней скрафтить, отвезти ее еще целое, ага. Да это хуйня все. А где наш второй грузовик? Вот этот на парковке? Да. Они все отстрелили. Да бля, мы эту арту построили охуевшую. Которая перевозная. Тут снаряды стоят 200 труб, блядь, одна штука. Ну короче, один раз не сможем выстрелить. А потом с этим краулером начни хуярить, только после этого тангу, блядь, сделай. Парни, нахуй, берем РПГ, два джипа, нахуй, винтовок, патронов, хаешек, нахуй, доверху, и ебашим на фронт. Посмотри, сколько ты патрон сможешь от него в себе внести. Да похуй, мы в джип загрузим, там же их можно загрузить. Че, Федь, куда едем? Таксуем? Хуй его знает. На рынок джипс. А винтовку можно достать? А куда мы едем? Мы на фронт будем воевать? Нет. Приехали за гайками. Там вообще-то, алло, там наш жета стоит, хуйня, мы бросили нашу малышку там. Не закрыли, что ли? Да не знаю. Закрыта вроде она. Там работаем. Ты водить умеешь? Ебать, ты зритель. Не, я просто спросил, я не я без подъема. Я без подъема спросил. Вчера ты, блин, не вот, вот, я стоял, вот это наши, далку мы собрали. Заебался трубы носить. Смены, блядь, даже на заводе не отработал, ему уже экшен, блядь, подавай. Да, закрыто. Уевший на вопрос. Ты поеду, понимаешь, типа, к ней подходишь, там снизу видишь экшен. Поехали. Я сейчас еду. Там есть этот, я точку, тачку за это. Рядом с вами. Не сбей никого, он просил хуй. Стой, ты из порта, ты из порта бежал, да? Юли 24 Карос. А что такое Карос? Вроде выглядит как джип с пулеметом. По-моему, это автобус. Нет. А, у В-24 Карс, у нас нету труб. Подожди, у тебя это есть труб? Это у вас нету труб. Ну везите, а то сейчас опять набегу челики. Эй, блядь, кто тут строит? Давайте освобождайте, блядь. Это, кстати, не так, пулемет а нахуй. Не деплоид, а че у меня Крейн Локет этот отмечено на карте? Не, у меня много таких оранжевых меток на карте, даже там, где мы... А, нет, это в смысле, это игроки оставляют метки, типа, что им что-то где-то нужно или... А. Кран закрыт, откройте кран. Где ключи от крана, сука? Так, heavy explosives. Я сам прикрываю. Я вам трубу не дам, идите нахуй. Слышишь, нам нужен, блядь, джипс пулемет. Вообще мотоцикл хочу. Иди нахуй, сам трубу иди крафт. Уху, поехали. Ну, а там есть? Что он требует там? Мотоцикл? Я с вами. 110 труб, 85 труб, 2 мотоцикла. С пулеметом 110, без пулемета. А, нет, стоп. 110 базовых материалов, это мотоцикл с пулеметом. А мы, блядь, 5 ящиков принесли. Смотри, наш отряд называется справа, где бара. Где бара, блядь? Да. Ты тащит мотоцикл? А, все. Видишь? 0-0 МС, Стингер. Стингер, ебать. А как его как? Кастер. Есть кастер и Стингер. Где бара? Я нашел, вас там четверо, так. А, кстати, нельзя, он, наверное, не изучен, да? Да, слышу, это да. Require Technic, или что? Да. Сука. Ты че нахуй, я здесь 300 скрафтил до этого. Так дай нам 25! 25 пиздец, ты че нахуй. Слышишь, нахуй, мы вообще поехали переедем его на джипе. И замутаем труп. Ну, выбор. Ты уезжает, пидор, смотри на нём. Ааа, беги! Там возле гаража наша
бронетранспортер с нашей артиллерией стоит. Там вакансия на охранника. Открыто. Открыто, да. Не, я очень хорошо вожу в этой игре. Не, вот на поворотах, в смысле, на прямой ты заебись. И поворачиваю очень хорошо. Ой! Задача ехать прямо, блядь, чё мы не справились? Не въебались тут грузовик. Да, его чё-то рели иногда заносит. Он сам, он прям сам меня не нажимал, он поворачивал. Где он? Стой, слева сейчас. Чуть-чуть запаркуйся просто налево. Да вот он справа, блядь, пройдите вперед. Налево. Блядь, справа или слева? Вот он. Нихуя, слышь. А, джип. Так он еще и с щитками. Локет! Он локнутый! Ну стрывай, блядь. Как? Нужен гайс. Рейндж нужен. У меня есть винтовка, нахуй, я прострелю, давай. На-на. Здорово, пацан! Двигай давай, блядь! Запрыгивай, все, нахуй. Ладно, уже разъезжайтесь. Короче, ехаем обратно на гайками, сбитим гайки, накрафтим труп, закрафтим этот джип с ракетницей и поехали на фронт. Во, вот это я понимаю, эти, блядь, давай, арту, танк, блядь, истребитель, ядерную бомбу. Вот надо. Пидоры, поговорим, когда мы на танке приедем. Когда Варден быстро зашел, блядь. О, блядь, черт ты, ебаный. Там тоже, блядь, ебать, банда Баллоса, блядь. Грув стрит у нас джип зеленый. Ебаная машина, как же страшно. Ладно, конечно. Да похуй, оставляй его, короче. Там разберется. Все, поехали крафтить. Короче, парни, я спиздил. Поехали крафтить джип, я спиздил у него. 25 труб. Не может перегружена ходить на машину. Слышишь, что-нибудь? Ну я пытаюсь сейчас. Все, я спиздил, у нас это есть трубы, поехали. Парень все сделал, ебать. Ехал. О, пацан там хуячит. Вот, Фези, я последний раз, блядь, спрашиваю. Какая категория права? Ну, ну, блядь, иди пос... Слышишь, блядь, ты там нахуй успокойся, ты ствол-то убери. А? Как пересаживаться? Никак. Это X, ну, ты не можешь пересесть, если там... Не, я и хочу пересесть, но... Давай. Да, блять. Теперь опоздание, я сейчас чисто чекну. Так как пересесть? За это и... А. Ха-ха, ты думал, ты меня переиграл, а я переиграл твое переигрывание. Прямо идем, едем мы направо. Направо будет field base у нас сейчас. Сейчас направо. Вот здесь, да, мы на базу. А, ебанутый! Эй, эй, RPG Jeep, I need your help. What? RPG Jeep, where you see frontier base, yes, on the map? We don't have ammo. Understood? Okay. Okay. Бля, братан на лясе катит, это хуя. Так, на пит-стоп. Вот здесь можно отметиться, и поди сюда же можно ящики притащить. Давайте. Сами джип этот, блядь, закрыли. Как зарегистрироваться? Submit large. Ну, тебе надо нажать на это. Ну что? Сюда подойти, да? На джипе едем, нахуй. Блять, как к нему стрелять? Не разобрался? Там, блять, не знаю, РПГ, по идее, подойдет. Не загрузили патроны для него. Ох, ну, давай, я это? Возьму РПГ патрон один. Мне кажется, там не РПГ-патрон. Возьми, попробуем. Не, ну РПГ для РПГ подходит, очевидно, потому что есть РПГ. Подожди, стой, развернись и давай по горам ебанем. Нет, она не заряжена. Давай по горам. R нажми. Out of ammo, preserve to reload, мне нечем перезарядить, я пошел сдавать. Блядь, Влад, ну ебаный в рот. Не раб... РПГ не подходит, нужен лув. Сейчас, секунду. Оху, враги же знают, что у нас нет патрон. Ну-ну. Им похуй, они просто стрелять будут. Они на танке с гранатами бегут, о чем-то. Ну, на самом деле, тактика рабочая. А где непосредственно боевые действия происходят?
Так ты пытался зарядить и не получилось. РПГ с шаун не заряжается, да, там Артур револт, он не револт. Бля, может здесь этот джип оставим, пока закрыт? Давай. Тоже навряд ли я подойдет. По пешком пошел, Риля. Какую сторону воевать-то, блядь? Нихуя не понял. А, ебать, они прям за этим, за камушком сидят. Враги? Да, да. Бинокль, где, блядь? Бинокль брали? Да. Не берешь его в руку? Попадание, блядь. Ну его надо во второй слот. Там дым, газ, да, они там, перед нами будут враги. О май, они штурмуют нас, парни. Где-то в трех экранах от нас. Противогазы одевайте, пошли, не? Как оттаскивать пацанов? Ладно, Федь, пошли. Тут окоп кто-то хочет копать. Я. Блядь, там стреляют с этих с гор. Виталь, прикрываю. Блядь, Виталя там по нам бьют. Я скажу, откуда... Попал, сука, попал! Там убили еще одного нашего. Газ! Я ранен, я истекаю кровью. Как бандаж использовать? Ты берешь, короче, человека. Третий слот. Как его использовать на себе? Левая кнопка мыши, левая. Ладно, вроде мне не нужен пока. Может, ты его просто заряжал, да? Нет. Минометы, смотри, ебошь это, на самом деле. Какой-то пиздец. Было бы странно, если бы они не поярили по нам. Не, наши, в смысле. Тоже было бы странно, если бы они не поярили по нам. Там с пулемета хуярят. А! Он рашит на меня! На помощь! Танк! Он стреляет по нам! Газ! Я ранен! Вот сейчас я истекаю кровью. Меня лечит. Ебать, нахуй просто. На нахуй! Закопаю. По нам прилетело с миномета. Я покажу его. Ой, нихуя себе, тут патронов масса, блядь, штыкнув. Ну, если хотите, мы можем, типа, ворваться на джипе и разъебать в роботе. Ну, это как план. С пистолетов? СМГшки лежат там, нет? Чего не знаю? СМГшки это в какой слот? Как? Джипа. Первый. Там они, блядь, скидывают. Справа. Куда поехали? Я, блядь, винтовку не зарядил, нахуй. Пришел на войну, блядь. Убил, есть один. Хорош. Как же я хорош, блядь. Ладно, отходи, драйв. Ура, блядь. Ой, нихуя, смотри, окоп. Федя, красава. Тут сидя или стоя надо, как? Если ты сядешь, не сможешь стрелять. Ложи тогда и в меня не смогут стрелять. Отлично. Блять, там газ пиздец. Что, теперь не показывается, блядь? Может возьмем тогда, я не знаю, СНГшки или на джипе, врежемся, не знаю, что-нибудь придумаем. Я за. Так, я беру СНГ. Как выглядят патроны, сука, на СНГ? 9 миллиметров? Нет, это пистолет. Нет, они СНГ называют. 9 миллиметров СНГ. Ебать, слышите, да? Нас запомнят как героев, блядь. Или не запомнит кого-то. Слабоумие и отвага, вот так вот нас нахуй запомнит. Мы будем пугать этой хуйней. Да, ты, короче, вот так типа целишься. I just don't understand why a battle tank. Самое забавное, что союзники тоже не решали, что у нас нихуя нет патронов. Противогазы одели же? Стрелять! Дави их! Дави! Дави их! Дави!
блядь. Ладно, скажи, где ты упал? Я встал, я, блядь, только иду. К нашему окопу подошел. Я. Вон с горы по нам бьет. Я ранен. Снова ранен. Там за окопом на горе они. Я здоров? Да. Блять, еще один. Не успел, не подхил. Ну, кровотечение вроде. Да я бью по нему. Я стрелял. А, я еще истекаю кровью. На помощь! На ней, а, меня добили, по-моему. Да, меня добили раньше. Пошли в правую сторону площади, не? Пошли, пошли. Там вот челики, вот они, вот они, двое. Сейчас вот они поедут, давайте с ними пропушим. Блять, скажите, что вы в бой поедете. Они съебались. Больно на. Петя идет! Стреляй! Стреляю. Хорош. Мать убил. Да, как на поддержке был. Не отпускают, я ебал. Что к нам? Лежать нам. Я тебе, сейчас. Давай. Я пойду за смоком. Сейчас, будь там. Так, ну, буду удерживать, да. Так, ладно, что, где там? Не, нет, нет, я у нашего окопа уже. С кем-то чуваками координируемся, пытаемся. Кто наш окоп? Ран, говорит мне, блядь, какой ран, брат, ты шо? Я лег. Я тоже, да. На кровотечение. Блядь. У меня есть бинт. Нет, я, вот именно в этот раз я не взял бинт. Уходим, 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 уходим. Я остановил кровотечение все. Я все еще истекаю. Мне это остановило, да? Возьми это письмо! Возьми его! Передай своей девушке. Короче, если спаси меня! И... Я здоров? Да подожди, я тебя подхилю, ёбаный в рот. Мне нужны патроны! А тебе нужен бин. Короче, а, если... газ-маск-фильтр нужен, наверное, поэтому меня убивал газ. А как его одевать? Беру мортиру и мортира шелка. Ой, тут газ, и прям близко. Ой, а как одеть фильтр-то на противогаз, блядь? Парни, почему я все это время ходил в противогазе без фильтров, блядь, объясните мне. Я не знаю. Как пользоваться фильтром? Только на глаз. Ладно, 45 метров. А ты что стреляем? Ну, квартира в этого не так стрелять. Один вверх, я, второй. Я, по-моему, очень близко плюнул. Какой тут пиздец! А! Ранен! На помощь! Ты лег? Я кричу медик, давай. Сейчас подожди. Ты живой? Или я ты у базы, я на базе. Крикни еще раз. Вот я возле Феди. Вот еще мне. Спасибо, доктор. Да, я спущу. Граната! Какая? А, газовая. Да я ебу. Может, этот камень вообще кинули, блять. Влад, я тебя вижу. Сверху! Блять, ты меня стрелял! А, я падаю! Подожди. Строительная бригада, как слышно, прием, как там с танком дела? Где танки, блять? Где мортиры? Нам нужна поддержка с воздуха, да. Прием, прием, нужна поддержка с воздуха, да? Угу. Да иди ты нахуй, понял, да? Я построю ее, блять. Actual reality of a monstrous crime, or merely an illusion, the product of a tortured brain.